Дорогой дневник, этот день будет иным. Сегодня я улыбнусь искренне, потому что сегодня я снова смогу жить. Эта жизнь будет хорошей и прекрасной, но не без боли. Смерть приносит покой. Боль же — цена нашей жизни, как любовь. Она дает нам понять, что мы живы. Жизнь продолжается. После медшколы я вернулась в Мистик Фоллс. Это казалось правильным. Здесь я хотела состариться, поэтому так и сделала. Такова моя жизнь. Странная, запутанная, сложная, печальная, удивительная, потрясающая, но прежде всего чудесная. И я всем обязана Стефану. Когда я повстречала его, я потеряла родителей и была все равно, что мертва. Но он вернул меня к жизни. И я намерена прожить ее как можно лучше и как можно дольше. Just say the word.